Для врачей это международные контакты, потому что в прошлом году по результатам этого мероприятия две группы врачей уехали на стажировку, причем за счет принимающей стороны, уехали на стажировку, собственно говоря, за рубеж. Это была Германия и это был Израиль. А для пациентов, собственно говоря, которые приходят сюда, это просто, если они хотят поехать за границу лечиться, они должны понимать и давать себе отчет, насколько это серьезно. Поэтому это шанс приехать сюда, поговорить, взвесить все за и против, и, может быть, остаться в Казахстане. Очень много приезжают из Казахстана на лечение онкологических заболеваний. Израиль является мировым лидером по излечиваемости онкологических заболеваний. Наиболее протяженность пациенты, которые болеют онкологией, в Израиле выживаемость наиболее длительная. Приезжают также пациенты из Казахстана по проблемам кардиологии, неврологии, ортопедии, также IVF или ЭКО. Пришли за тем, чтобы найти новых партнеров, чтобы получить подробную консультацию по вот медицинскому непосредственно туризму, потому что с Казахстана сейчас очень большой спрос на медицинский туризм. В частности, вот очень интересовала нас Корея. Здесь где-то представители 5 клиник примерно. Ну и европейских очень много стран. С Израиля, с Турцией.